Через пару дней здесь будет все как дома. Привет. А вы, должно быть, Энджела? Идемте, познакомлю вас с Эдрианом. Привет, Эдриан. Как дела? Вы видите, что мой сын не такой, как все. Эдриан перестал разговаривать 2 года назад, после того, как скончался его отец. Они не знают, что творилось в этом доме? Мать, отец, 2 детей исчезли. Были найдены животные, убитые во время особого ритуала. Вы хотите сказать, принесены в жертву? Кто здесь? Эдриан, открой. Ты все время прятался здесь? Но если ты здесь, то... Пожалуйста, беги!